В 1988-90-х годах азербайджанцы подверглись насильственной депортации из Армении. Об этом на конференции на тему депортации на Кавказе заявил вице-президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габибейли. Он отметил, что за последние 100 лет азербайджанцы много раз подвергались депортации. Подчеркнув актуальность конференции, Иса Габибейли сказал, что история депортации и геноцидов близки друг к другу. Академик отметил, что подписанный в 1997 году общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым указ о массовой депортации азербайджанцев с их исторически-этнических земель на территории Армянской ССР в 1948-1953 годах стал поворотным моментом в обнародовании истинных фактов о депортациях. По словам Исы Габибейли, в Азербайджане проведена большая работа в изучении истории геноцидов. Геноциды на Кавказе тесно связаны с депортациями. Говоря о геноцидах, мы рассказываем также о депортациях, осуществленных в разные периоды истории. Но конференцию по депортациям проводим впервые. Если посмотреть на процессы с точки зрения депортации, то это дополнит изучение геноцидов новой информации, окажет положительное влияние на достижение новых научных результатов.